Всем привет, с вами Варган 74, меня зовут Максим, это мой обзор на Варган Дмитрия Глазырина, пастух. Сначала звук, потом общее впечатление от Варгана. Так, Варган Глазырина, пастух. Достойное продолжение линейки бюджетных варганов. Инструмент несколько дороже предыдущих моделей Компас и Маяк. Данный инструмент стоит в пределах 2000 рублей. Качество исполнения, как всегда, на высоте. Это фрезерованный варган из нержавеющей стали. Форма максимально упрощенная, то есть лаконичная, выверенная, удобно держится в руке. Что касается впечатлений от звука, здесь варган себя показал весьма и весьма достойно. Есть приятные низкие вибрации, есть очень ярко выраженный верх и приятные средние частоты. Инструмент ведет себя очень послушно на двустороннем бое, позволяет вести довольно быструю скоростную игру. В принципе, за ту стоимость, которую за него предлагает мастер, это просто весьма успешно сделанная модель. Однозначно рекомендую его к приобретению. Итак, это был Варган 74. Смотрите мои обзоры, ставьте лайки там под видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем пока.